сегодня с вами Devilman, и сегодня мы играем в игру, которая называется Meteor Butterfly and Ashword. Надеюсь, меня хорошо слышно. Сейчас я отойду немного. Проходить, продолжать уже третье зелье. А если кто не смотрел, то их, конечно, посмотрите. Там искать ничего. Мой канал маленький, небольшой и говно вообще. Да. Развиваться и развиваться, так сказать. Это мое первое видео с голосом. Так что, пожалуйста, там кто-нибудь такое, что делаем зовет меня школьником. Хотя да, я школьник, но. Фу, что? О, что на 300 лимон? Не, такой зря такой телефон. Я такой, и он перевернулся. Так. И что мы получили? Вот. Блин. Нет, в смысле бумагу жалко, долбана. Катану, может? Может, это? Катану, это? Давайте к чему крутое сделаем, вот тут. Пускай что-то. Давай, вот так. Ничего. Ничего-то из этого получим. Там. Тяжелую броню. О, нашел. Вора. И где мое сало? Нихера ты баклак. Ну, это баклак, конечно, братан. Баклак это баклак. Да. Вы понимаете, чем это попахивает, конечно же. То, что мы будем тащить все катки, это вот точно с такими кулаками, это все обеспечено нам с вами в этой игре. Так, с... О, донат. Так мы подонатим. Но не сейчас. Не хочется. Нет. Видос или завтра выйдет, я сегодня точно не понимаю. А, ну все сохранилось с этим обновлением, я уже думаю, что это нет моим достижением. В смысле, я чуть не понял. Что это? Я что, уже все прошел? Нифига, баклажан. Поехали. А что, третьей серии мы все прошли? Я чуть не помню, мы вроде по одному уровню проходили. Что-то странно. По 12 минут я ролики записывал. А думаю, что памяти до хера съедает. Будет 20 минут, если видео. Вот. Пока без вебок будет или типа того, наверное, популярно, но я этого делать не буду, потому что я не хочу. Есть страничка на ВК, там можете на вложиться посмотреть. Что я оставлю в описании, как и на прошлые видосы. Что-то на японском болтают, и если я понимаю. Может, на китайском хер его знает. Наверное, на китайском. Вообще, японец, а не ваш? Я не знаю. А в смысле, а где моя крутая одежда? Братан, стоп. Что это? На тебя погибарит, на кого напал, ты вообще с ума сошёл, братан, Иди ты нахуй. Иди нахуй. Это не дерьмо. Что-то на японском, даже Ханя Каваи. Покручу, пожалуйста, на кого ты напал? Напал на батя, я тебя... Не, братан, не перебью меня, я не батя. Я, может быть, что-то такое, может, и не убивал. С каким-то там, кто-то не игроками, 8 или типа того, но оставление делать их нельзя. Хотя... Не со мной лучше делать, потому что батя тебе не даст ногой по заднице. Хотя, не, у нас есть шанс это убить. Здесь это так задумано, что я могу или я просто не чувствую, что я могу подавить его на лёгко. Смотри, какой крутой бутар! Я походу задумано то, что я не должен всё же победить.
выведу. Динозавр. Чумовушка такая. Не, мы его победили, значит так надо его задумать. Чё ты угораешь? Я ж тебя победил. Я говорю, где твой шрам, братан? Это все? Мы должны заканчивать серию? Ну, короче, всем пока. Хотя не, маловато. 5 минут всего лишь ролик. Так не пойдет. Давайте хотя бы до 12-13 минут дойдем, и вот тогда и закончу ролик. Надеюсь, следующая миссия будет долгой, напряжной и очень, пипец, какой сложной. На японском не читаю, так что, может, здесь можно сложную режим включить. Я так-то не знаю. О, и какие-то заданицы. Да. Ну, это не японский, а китайский. Ну, это хер знает. Я там умный. Слишком. Я опять умею. И мне все равно. Да. Вот видите, бабочка есть. Это игра. Про бабочек. Про красивых бабочек. А я не суахини, но вам придется меня слушать. Пожалуйста, слушайте. Сейчас мы будем проходить. Кстати, ссылка на игру тоже будет в описании. Я люблю это слово говорить. О, 6 FPS было, я чуть не хилил. Кстати, здесь FPS как-то странно работает. Когда 35 FPS хорошо, все отлично, когда 9 FPS все плохо. Ну это логично, да? Когда 9 FPS все плохо, ну нормально работает. Побежали, братан, побежали, да-да-да. Что это? Никогда бабай за лаги. Это что? Эй! Я, походу, в мормоке записался. Прогрузки не идет вообще, что такое? Это плохо? Наверное. Мне кажется, это плохо. Может, очень. Так, чё, кулаки божественные включены. Вы знаете, как человек разумный, такой божественный. Чё мы тут делаем? Что за лаги, я не понял. Такого не должно быть в этой игре. Буду честен. Ну, здесь можно что-то найти, да? Конечно. Я же прошлую серию тупил. Не хотел. Вы не знаете то, что я тупил? Просто я херню занимался. Или... Конечно, мне эпичное движение. Эпичное. Дайте мне что-то. Пусть мне что-то понравится. Кратко. И дайте мне перерыву. Иди нахер. Ну чистый уже. Ой, а что в моем плече делают стрела? Иди, я не знаю. Додик, ты чего улегся? Ты понимаешь, что я скажу? Я не понимаю. О, это что за просто ТФС сейчас было? Это было прям красиво, круто. Мне на замедленное детство. Знаете, просадка ТФС очень хороша. Мы типа замедляем время. Да-да-да, это плюс игры. Игра очень нестабильная, почему-то работает на мощных устройствах. Мне достаточно мощное устройство, чтобы эта игра хорошо работала. Потому что, как видите, что-то все плохо работает, хотя текстушки здесь не самые такие вот крутые. Ой, блин! Что он видел? Давай как японские анимешные дела. Уже 9 минут, мы не успеем пройти этот уровень. Так я его убивал в прошлой серии. На другой карте. Или там толстя какой-то другой, ладно, хорошо. Бара-бара-пап. Кстати, вчера ролик не было, потому что дела были. Много дел. Там вообще... Там отдельный человек. Хотя я без денег, наверное. Ой, ты что сделал? Где мне плохо стало? Обычно мне хорошо, но сейчас мне было плохо. За что ты меня так думаешь? Что я тебе сделал такого? Парень. Короче, ты мне надоел.
умрёте на чёрном пиздом манду. Ну, запись это, конечно, будет играть сложно, потому что... Ну, я играю. Буду с вами видос, который выходит. Спасибо всем, кто смотрит и поддерживает просмотр на канале и лайком для моих новых. Ай, поставьте лайк этому видосу. И продвинь, пожалуйста, мое творчество. Конечно, здесь не творчество моего, это дерьмо, а не ролики. Я просто так для себя снимаю, может быть, и все, что я хочу посмотреть. И, ну, не знаю, что я могу посмотреть. Надеюсь, хоть бы. Ебак, родила. Ну, это как раз и конец ролика подошел. И получился маленький ролик, ну, это как обычно, потому что больше будет сложно и долго. 90% это придется перепройти уже за кадром. Так что всем пока, с вами был я, Бэйлман, Лиза Человек-Дьявол. Сегодня мы играли в игру, которая называется Meteor Battlefly and Ash World. Всем хорошего вечера, может кто-то днем, аппетита, завтраком, школой и всем остального. Всем пока. Хорошего вам настроения. Спасибо за просмотр.